четвертнадцать вам чест, чем помочь. Девушка, Голубева, 26, ой, первая, Валя, 26, на восьмом этаже полный, это самый, дыма. Какой-то подъезд. Седьмой подъезд. Там видно на низу, вот 247-й, что у вас шестой квартиры. Быстрее, там целый подъезд дыма. Сколько, девушка, этажей в доме? А? Сколько этажей в доме? 9. Машина выезжает. Хорошо. Спасибо. Мария, 413. Наклеена молния. Дело занимает Зелинами. Дело 26, 7 подъезд. Дело в квартире. Правильно следует. Журнал службы МЧС, чем помочь? Здравствуйте. Дарина, не замолчи. У нас горит коридор. Адрес. Голубева, 26-1-247. Выехали к вам. Скажите, а что значит коридор горит? Ну вот у нас квартира, так. И на запах дыма очень такой. Дым в квартире, да? Дым в коридоре. В коридор две квартиры. Ну, общий коридор, понимаете? Так дым из тамбура? Из тамбура, а вы, да, из какой-то сами квартиры? 247. А я, не могу, я не могу туда выйти, потому что там все в дыму. У нас а уже... вы сейчас в квартире находитесь? Да, мы в квартире. Из квартиры не выходите, плотно закройте мокрыми тряпками входную дверь, чтобы дым не проникал. Машины хорошо. Выехали к вам. С той стороны находитесь, там, где меньше всего задымления, а дверной проем мокрыми тряпками заложите, пожалуйста, чтобы меньше хорошо, дыма проникало. Хорошо, хорошо, спасибо. Дежурная служба МЧС помочь. Здравствуйте, в большом доме у нас какой-то дым сильный, люди торчат с окошка. На какой этаж? Голубева 26. Сюда выехали подразделение. Спасибо. На девятом этаже? Да, на девятом этаже. Идет дым оттуда, да? Да, сильный дым идет, там человек торчит, я не знаю, как, может, скорую вызвать уже, не знаю. Там очень сильный дым. Именно дым идет с девятого этажа, и на этом, из этого окна человек, да? Да, да, да. Он там окошко побил уже, не знаю, может, скорую, ну, не знаю. Туда выехали подразделение и скорая. А какой очень подъезд? Седьмой подъезд, девятый этаж. Хорошо, сейчас подъеду. Там ребенок и мужчина, пожалуйста, будьте добры, пожалуйста. Лизер 13, я молния, прием. Добрый. Где находитесь? Подъезжаю. Обратите внимание на девятый этаж. Прибыли Голубева 26 по внешним дым крыши. Молния 13. На приеме. Прибыли Голубева 16:36. Лидер 13, я молния, прием. Обратите внимание на девятый этаж. Дым с девятого этажа. С квартиры. В квартире находятся люди. Пункт 35. На приеме. Маски для спасаемых возьмите на вышележащие этажи на девятом. Улица Голубева, 26, корпус 1, 7 подъезд, 8 этаж. Говорит, горит на 8 этаже, прием. Устанавливайте КП с тыльной стороны здания. И если там необходимость, будем производить эвакуацию. Понял. Плотное задымление по городу есть. Не уточнено. С помощью маски для спасаемых с 9 этажа производят эвакуацию ребенка и мужчины. 16:44. Лидер 35, лидер 13. На приеме лидер 35. Уточните, если информация, что говорит. Еще раз не понял. Максимально подробно расскажите с момента, когда вы заметили пожар, где вы в этот момент находились. Мы пришли к подъезду. Дети кричат. Не было дыма, ничего. Тут крик такой. Ратуйте. Мы глядим, смеются кто или что. Смотрим, дыма нету. Дети в окно. Ратуйте. Ну, первая реакция у нас. Потом дым появился. Через окно? Через окно. И дети. Ну, только девочки не выскакивайте. Только не выскакивайте, мы прощаем. И мы рванули, говорит, в ту сюда. Мы открыли лифт на 8 этаже. Ну, показалось, 8 этаж. Ну, как мы были на 9. А здесь открыли, все в пламени. Вот куча кабелей, откуда они взялись, я не понимаю. Я сам электрик, откуда куча кабелей. Ясно. И мы к дверам кинулись, а двери там закрыты. И он меня затащил. И он это кто? Сейчас
Ну, это, зачем спасение подъезда? Вы вдвоем. Вдвоем. Я весь черный ион, я жену принесла полотенце, и вытерла. Это ваше полотенце там лежит, да, вот это вот? Нет, оно мне... Внизу? Да, он мне вытерла, все. Ясно. Вы не могли, а там Валера. Ясно, не вы вызывали МЧС, нет, получается? Уже другие, мы пришли, уже вызвали. Вызвали. Быстро приехали или нет? Быстро. Ясно. Только вызвали сразу. Ясно. Ну вот мы только спустились и выпили. А вы жили в момент покажете? Я ж поднялся. Нет, она сразу пыталась лезть туда уже. На восьмой этаж. Стой, не надо, мы сейчас в маске оденем. Там куча кабелей. Горит. Мы сразу его вынесем. Пойдемте сейчас. И весь этаж. Пойдем, вы сейчас вывелящие. Это мне жонка вытерла. Я шорный. Не надо. Что происходит? Там вроде бы все было. ВСП забрали сюда. А, ну, я наказал.